громко приветствовали горожан в Изумрудном. Желающих принять участие в фестивале уличного искусства «Связь» оказалось немало. В парке создали целые творческие города. Буквально в каждом уголке шел процесс рисования, которым наслаждались и взрослые, и дети. Ну а предваряло творчество выходного дня роспись 9 объектов Изумрудного. Чтобы раскрасить серые стены неприметных сооружений нашим алтайским художникам, а также гостям из Кемерово, Красноярска, Новосибирска, Томска и Омска, понадобилось 270 литров и порядка 500 баллонов краски. А 5 июня при поддержке горожан удалось расписать стену площадью 385 квадратных метров. Разговоры с художниками, лекции, стильный маркет – это уже мероприятие выходного дня. Гости фестиваля могли принять участие в самых разных мастер-классах – по свечеварению, созданию значков, композиции из витражной мозаики. А центр «Мой бизнес» совместно с художественным музеем организовали мастер-класс по росписи картины по номерам. Работа будет храниться на открытой площадке музея по адресу Максима Горького, 16. Увидеть ее смогут все желающие. Удовольствие от участия в фестивале получил каждый, кто так или иначе внес свой вклад в творческий процесс. Татьяна Голубева, «День с толком».